Всем привет! Купил таких двое часиков. Россия, Америка. Два флага. Это выпуск где-то 90-е годы. Механизм стоит 2609 НА. Но это как у ракеты считается лучший механизм. Еще НП есть, там повышенная точность. Вот ЭК просто контроль строжайший. Ну а так механизм один и тот же. Выставлять можно очень... Очень четко выставлять время можно. Выкачку, время. Самый хороший механизм ракеты, самый надежный. Обошлись недорого. 1500 за одни просил. 1000? Двое, говорит, за 1500 отдам. Вот, думаю, куплю двое. Вот эти пришли рабочие, эти надо обслуживать. Так все, маятник целый, но они высохли. Стоят. Надо сдать на репассаж обе модельки. Завтра мастеру снесу, сдам. Классные часики. В черном корпусе. Как-то называется обработка нитрит титана. Не знаю, надежная, ненадежная. Всем пока.